Всем привет, друзья! Было все под угрозой. Витя еще качает тормоза. Я уже написал, говорю, спасайте. Хотелось на церквушку, хочется хоть одним глазком заглянуть. Погода. И тут Андрюха приехал и спас наш рейд, мой, точнее, на такой серьезной машине. Это вам не у вас. Ого! Это серьезный аппарат. Не передавали. Не передавали дождь? Я зонт, говорю, взял. Андрюха говорит, дождя не будет. Блин, тут кожа, слышишь? Тут вообще все по-другому в этой машине. Я уже привык к той железной полностью. Ладно. А у тебя крыша тоже близкая, я тебе скажу. Да, из-за люка. Из-за люка, да? Сиди. Это так скомпоновано она? Да. А я уже понял, накрылся одеялом, лежу себе убитый горем. А мы туда едем. А, или мы сразу перехватывать? Мы на круг поедем. Потом подождем? Да, там уже звонили, потому что мы выезжаем. Там уже деньги, уже выезжаем. Где же Витя, елки-палки? Сейчас хоть ему позвоню. На каких ты шинах? На МАДах. На МАДах, да? Ну так она уверенно на них едет. Они, хорошо, а пока новые? Да, пока острые. Потому что... Блин, как-то мы так быстро едем. Алло, где ты, друг? Организатор, я подъезжаю. Так едь сразу на Бориспольскую клумбу сразу. Ну они выехали, а меня везут, человек спас меня, я уже лежал под одеялом, убитый горем, понял? Подожди, как выехали? Ну, едь к этому, но они через Бориспольскую трассу, да, будем ехать? Ну, до горы так точно. Да, до горы точно, мы через Бориспольскую трассу, то есть ты можешь ехать к этому, на клумбу сюда сразу, на КП. Подожди. Я по Харьковскому шоссе еду. Давай, давай. Где ты, а ты где? Отключился. Сока. Где-то Витя слева, смотри. А мы в рейндж-ровере, мы тебя видим, Витя. Лед светит лед, я тебя вижу, елки. Это не постанова. Елки, это не постанова, а как? Ты же не видел, что с УАЗом, подожди. Так давай на... Так подъезжай сюда на клумбу или что? А, люди ждут. Ну хорошо, давай. А, там кто-то забирать будет еще? Да, там кто-то еще подъехать должен. Короче. Да, погода. Сколько градусов показывает, Андрюх? Минус 14. Даже в телефоне 13 показывает. Сломалась, да? Что-то греет, он видел? Ресиверы, наверное, с выхлопной. Вот какой-то УАЗ. Ну где ты? Я еду на этом УАЗе. Рессора отвалилась. Так а что ж делать? Ничего, стой. Мы на Бориспольской трассе сейчас в АТБ зайдем. Давай, мы выезжаем. Так а рессора как? Хоть не с моей стороны отвалилась? Хоть не с моей стороны отвалилась? Конечно, с оператором. Но у меня тут помимо этого еще есть пару проблем. У меня такой гул стоит в машине, что она теперь не может быть операторской. А что гудит? Прямоток поставили, может, ночью? Да нет, не знаю. Ладно, давай, я тут уже войну начинаю. Давай. Кажется, я вовремя пересел в Range Rover. Тут тихо, хорошо. Дети играют. Все нормально. Сейчас пойдем в АТБ за паштетом. Это тут, так, да, даджи. Переметы, даджи какие-то навстречу. Уже вторая. Второй, да? Да. За километр второй додж. Так, Андрюха. Мы в Range Rover. УАЗ отстал.
операторски. Роза, поворот скользкий такой. Да, я предупреждал, он узкий, еще если встречно, надо очень внимательно проехать. Ну да, не разъезжаемся в повороте, получается, со встречной машины. Еще три машины на встречу. Вороньков ехали. Вот, будьте поаккуратны на повороте. Бескрайние просторы к Жеребятину подъезжаем. Уже там начнется, наверное, оффроуд, я надеюсь, скоро. У всех разная скорость, а у нас запаха тормозит. Давайте мы приостановим, туда и таврю вытащим. О, давай, давай, давай. Подождите, мы тоже хотим это видеть. Так сначала затащите ее глубже. Запаха. Где-то таврик. На руках вынесем, давай. На руках, скажи. О, колонна. Давайте вынесем руками ее. Думаю, что сцеплять ее, это самое сверху, не отцеплять ее. Давай, режь по встречке, Андрюха, режь. Андрюха, два раза просить не надо. Рубился и всем. На чем дельфин, интересно, едет? О, это не Таврия, это Славута. Вообще моделей не знают нормальных автомобилей. Так, друзья, ну, онлайн включился как раз. Опа. Дельфин. Как ты? Передай привет. Ты что, дурак или что? Я, блин, еле успел. Тут дети. Привет. Здорово. А на чем ты едешь? Ты на Таврии или что? Ты на Таврии? Да, застрял. Спасли. Спасибо. Да. Так хай еще раз заезжает. Вся колонна его попробует. По очереди. Куда-то. А он с нами поехал, наверное. А дельфин? Дельфин с нами. Так. Мы рванули нормально. 230. И встречки едут. Ого, тут серьезно. Почему 40? 80. Песня какая интересная, да? Слышишь? А, трейлер. А с друзьями много. О, Q. Q8. Тут, слышь, какие-то машины. Ты заметил, что тут ездит, Андрюха? Ну так. ЖЛ, Q8. Перед этим доджи. Ландкрузеры, тут других машин вообще нету, какие-то места серьезные тут. Вон, видишь, как у меня был в детстве. Блин, места классные, конечно. Не, Килов. Угу. Ну, остановка Килов. Вот мы и в Килове побывали. Так это у нас такой экскурсионный, да, маршрут? По Киевской губернии. Забор такой не новый. Дяди. Слышите, ВТБ закончился паштет наглухо, короче. Я уже в нескольких магазинах был и нигде нету. Может, тут где-то надо заехать посмотреть. На обратном пути посмотрим, Руслан. Ты что, весь съел? То, что тебе на день рождения говорили? Да, тот давно сожрал, вы что, уже и забыл, как за вкус какой был. Он его высосал через трубочку. Не-не, одна банка только осталась, вот которую нельзя открыть. Килов какой-то бесконечный, да? Длинный такой. Резкий поворот налево, больше чем 90 градусов, очень опасный и узкий. Очень опасный. А что-то у них какая-то мода на поворотах чистить в одну машину снять. Нет, тут почищено намного машин. Дрифтануть не получилось? Шансов не осталось вообще. А тут задний не включается, да, Андрюх? Нет, полный. Полный, постоянный. Ну, давайте я вам фотографию семейную сделаю в рейндж-ровере. Андрюха. Поворачивайтесь. Да, а потом в конце сейчас сугроб будет. Мы Витю подождем. Да, заодно и Витю подождем. Планирует
приехать через военный полигон, потом как мы за грибами ездили тогда. Уезжаем в лес. Да-да-да, только грибов сегодня не будет, Антон, извини. Грибов. Блин, видимо, не испортил. А у меня идет. Грибов не будет, сделай громче. Красиво тут. Какие-то давай зарубки хоть на деревьях оставлять, чтобы Витя догнал. Ну, по-моему, с собой кто-то взял. Все, уходим влево в лес, ребята, влево в лес. Поставьте, скажи, чтобы метку поставили. Влево в лес уходим. Уходим влево в лес, влево в лес. Я могу выйти поставить желтую метку. Желтую? А я коричневую, да? Или что ты, к чему ты клонишь? Да. Блин, не могу стеклоподъемник найти. Влево в лес. Ёхтаный бабай. Андрюха что-то укачивает. А Витя съедет, скажи. Вот, сразу бы так. Было бы лучше. Красиво, конечно. Давай семейную фотографию вам сделаю все-таки. Тут в лесу уже нету этих бабушек никаких. Ни в кого не это. Красота. Андрей, машину не царапай. Андрей, не царапай машину. Ямы объезжай, Андрюха. Ты знаешь, сколько эта машина стоит? Паша, тут очень узкий проезд. Самое главное, пневму береги. Ребенок поспал, блин. Надо было и мне прилечь. Ого, тут узкий проезд. А бородач не проедет, что? Паркуйся где-то тут. Что будет он делать, надо спасать его. Есть где припарковаться? Да все, мы срезаем дорогу. Бородач не проедет там. А вот и красота эта. Действительно, он по рулю даже сложно. Нива. Нивы едут пока. И кто бы вам фотографию сделал, если бы я тут не вышел? Ты видел цену на биткоин? Нет, сколько? 48 тысяч. Да ну не гони. Да. Блин, вот это ты лошара. Блин, едь все, чтобы я тебя не видел. Так. И как бородач тут проедет? Протиснулся. Может, конечно. Блин. Вот это ярко. Range Rover может, да? Газ закончился, да? Как-то быстро, слышь, 90 литров. На 40 километров. Редуктор. Бывает. А, подмерзает? А, диафрагма. Там долго стоял, понял. Высох, видать. И бывает, когда полный газ давишь. Так а тут была колея пробита, интересно, или нет? Да. Была, да? Тут будет все набито. Тут первой машине тяжело, реально тяжело. Он на нее зажилекся после мазая пошли. Кто первый? Как в сказке. Вон и бородач впереди. Гранчероки. Я набито хоть чуть-чуть или нет? Говорит, тут есть какая-то калия. Мы по ней и едем. Цитирую. Ступайте, хотя она сейчас и мороженое. Калия. Калий. Есть какая-то калия, говорит. Витю, скажи, надо подождать, то он нас не найдет.
Слышишь, с унемогом Витя спокойно нас догонит, я думаю. Уже что-то там шипит у бородача. Ну, не у бородача в смысле. Ну, у бородача тоже шипит, конечно, уже. Стой. Тоже он подношен. Блин, стал так? Калий. Нормально. Выходим или что? Пошли калию смотреть. Витя, дай чуть вперед, чтобы Андрюха вправо проехал. Проедет, проедет. Блин, Рендж как едет. Вот это. Пневморулит поднял машину. Бородач. Что там, Олеж? Вот так плохо. Где-то воздух. Выходит. Колонна. Очень красиво. В тепле лежал под одеялом, говорю. И тут Андрюха написал, что может заехать за мной. Так бы сейчас никто тебе и фоточку бы не сделал, бородач. Улыбайся. Улыбайся, говорю. Свежая земля у него тут еще. Это не скучно еще, Паш? Бородач зонт тоже взял. Я тоже взял зонт. Ну, дождя, Андрюха сказал, не будет вроде. Попробовать завести, Олег? Да, давай. Как раз и Витя нас догонит. Когда он не мог с нами, бояться нечего, да? Что, обычно не ломает? Да нет, там с этим компрессором, ты видел там эту эпопею вообще? Что, нельзя ничего сказать, как ему воздух понимаешь? Там 12, аж понимаешь, ну 10 минимум. Рабочая что-то 12 или 14. Какое-то дикое давление. Он гелик пошел. Такой снег плотненький. Привет. Вован, друг мой, как ты доехал? Привет. Привет. Понял, почему у него компактный штурман. Должен лазить везде. Вон Геленваген тут. Тут у него что-то подтекание. Небольшое, ресиверы. Ну вот и бородач вышел. Есть? Да. Нашли вроде. Такие мосты, бортовики. Конечно, сила. Слышь, а песня Рая подходит к вам или нет? Так, давайте посмотрим там. Немножко, несколько машин вперед уехало, кто у нас сегодня есть. Ассортимент растет. Автомобилей на глазах просто. И Рубикон 19-го, и соточка красивая. И патрулей очень много. Ого, колея. А кто это? Это пробил доджик. Привет. Такая колонна, мама, не горюй. Привет. Привет. Рубикончик часто приезжает уже на зимнем Бриджстоуне. Хорошие шины. Так, УАЗ. Серьезный. С лопатой. Еще сотка. Ну, снег реально очень глубокий. Алло. Ну, бросает Витя там где-то. Та у меня не получается.
Так, вот Патриот и замыкает. Думал, Range Rover, нет, там Леня, привет. Так, Витя уже приближается к Килову. Как раз бородач пока починится, он должен нас нагнать. Но есть одна проблема, нету связи. Координаты мы ему не можем бросить. Связи нет. Да, так неожиданно в феврале наступила зима. А набери Крису, он тебя по Килову проведет. Он впереди ехал. Давай, нет связи тут. Так, Витя нашелся, бородачу удалось координаты бросить. Он в километре от нас, говорит, уже где-то близко. Так, продолжаем обзор. Витя нашелся, где-то сейчас должен показаться из-за поворота. Патриот. А вот Range Rover. На пятой хакапелите шипованной. Здравствуйте. Привет. Это вы звонили? Ну как вам? Да. Места хорошие. Да. Пневма работает? Да. Едет нормально, да? Сейчас там почти починили уже. А где же Ленечка? Леня, елки-палки. Ты в новых очках из машины не выходишь. Я могу с тобой поехать. Можешь. Я могу с тобой поехать. Как я удачно сюда зашел. У меня тут печечка, видишь, автономная. Да? Да. Так, ну вроде там уже почти починили, у не мог. Сейчас будем двигаться дальше. Так, пошло движение. А на чем мы будем догонять Range Rover? А что он? На автопилоте? Жена психанула у ее. Надоело ли? Бросила в лесу. Ого. Какой ты ныл? Тут у меня есть запасная маршрутка. Двухместная. А? Двухместная. А, Ленчик? Да. А у Ленчика там печка, он тебя сейчас не пустил. Он там жатву разложил, понял? Греет. Не-не, он уже расчистил, приготовил для меня. Так, все поехали. Вот серьезный, да, внедорожник? Да, скажем так. Один из серьезнейших. Тяжелый только чуть-чуть. Один из серьезнейших внедорожников. И вот тоже, смотри. А вот один из серьезных внедорожников самый легкий. А вон Биба и Боба едет. Сзади, там это уже едет. На задке едет. Слышишь, Леня, а как я через это стекло буду снимать? Никак. Подожди, стой, Рус, тут у меня пишет. Да вижу. Так встань. Я его сейчас выключу. У Лени печка. Что, погнали? Блин, я не помещаюсь. Мы догоним их? Леня. Да. Как-то страшно в лесу, тут холодно. Бородач, кажется, оторвался от нас. Так, мы в легендарной машине. Руль чуть больше трех пальцев. Что-то все вспотело. Отравил как-то. Угу. Так, что тут, Range Rover или кто это остановился? А, Андрюха догнал. Покажи ему, что я с тобой. Покажи ему, что я с тобой. Смотрите, пилотирование это. Как на мировом ралли, да, практически? Так, где же Витя? Он где-то зашел с другой стороны к нам. Где-то резанул раньше. Когда же мы с ним воссоединимся уже? Ух ты, Леня, ох этот Леня, это жесть вообще. Посмотрите, что он творит тут с этим рулем компьютера. Это с какой-то компьютерной игры сняли, да, я понял? И руль этот, блин, конечно, тоже не придумаешь. Да? Да, надо его поменять, он нормальный. Возьми Атекаруса хороший. Да мне влезет, я буду вынужден с открытым окном ехать. С открытым, да. А где все делись, слышишь? Повернули.
Налево повернули? Опять поворот не туда. Давай, давай, давай. Валим, валим, валим на гелик, на самурая. Спасибо. Ну, пока все едут нормально. На Запорожце тут можно было въехать или нет? 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 Только на полном, да? На пятой пониженной, Вали? А вот пятая только. Пятая пониженная, вижу. Пятая пониженная и тянет спокойно. Ну, пока идем неплохо. Леня, Леня, Леня. Когда ты переворачиваешься, я обычно снаружи нахожусь. Ты помнишь об этом? Пока я внутри, такое... Я уже знаю, как ты переворачиваешься. Да? Посмотрите, он в каких очках вообще. Круче, чем у меня даже. Нормально, идем. Какая-то манифестация впереди. Отжимают лес. Отжимают лес, там люди протестуют. Интересный вариант. Неожиданно тут Майдан встретить, да? Ну, валим пока. Догнали колонну.